Доброе утро, ребятки. Я сейчас на вокзале, и я завтракаю. У меня кофе с молоком и круассанчик. Так что всем приятного аппетита. У меня 8:30 автобус на 26-й линии. Так что я сейчас буду спускаться и смотрю. Вот окно, и там линия 26-я. И мне тут мама пишет в WhatsApp. Ванечка мой спит, хрюкает. Я бы тоже сейчас, если бы честно, поспала. Я сейчас в автобусе буду спать. Так что пошли. Вот такая вот большая у нас станция автобусов. Спускаемся. Там всякие и продают эти магнитики, всякую билиберду. Все, я доехала в нашу, мою родную, родной поселок, потому что Плайдаро считается поселком, цивилизованным, естественно. Вот. Здесь жара стоит, я сейчас набрызгалась, все, намазалась. Ой, волосы забыла набрызгать. Сейчас, блин. Я то, что рано утром я не стала брызгать, и солнце, ну, не стала мазаться, потому что солнца не было. Ну, сами знаете, утром. А сейчас мне как раз далековато идти, чтобы мне не сгореть. Все остальное. Я приехала, вон станция у нас. Вон она. И я все там сделала. Ладно, сейчас волосы попшу. О божечки, как жарко. Это что-то. Я нашла тенечек, сейчас иду по дороге. В тенечке хоть чуть-чуть. Фух. Попрохладнее, я чувствую, сегодня будет невыносимо жарко. Ой, это ужас. Ура, я дошла. Фух. Пляж полупустой. Вообще туристов в этом году очень мало. Прям вообще. Даша! Так, секунду. Какая водичка прозрачная. Ой, хочется на пляж. Тут такие классно. Цветами оформлено. Мы идем вон туда. Димка мой, ты огромный такой вырос. Скажи всем привет. Привет. Помнишь, как ты всех назвал? Ютубинцы, да? Ой. Дети мои побежали на турники, подтягиваются. Димка мой 2 или 3 раза подтягивается. И даже Дашуля тоже подтягивается. Так хорошо на улице, правда, жарковато, но здесь на набережной ветерочек дует. Так что здесь, в принципе, хорошо. Хотя девчонки говорят, и Дима говорит, что им жарко. Купила рамочку для фотографии, но потом покажу. Я здесь мудрю блинчики. Хочу сделать блинчики вкусные. Так что стою здесь, колочу тесто. Так что, ой, у нас жарко так было, и была такая туча, вроде собиралась на дождь, мы еще так переживали, то, что дождь пойдет. А оно ветром всю тучу унесло, поэтому дождя не было. Так что, погода замечательная. Так, ладно, одной рукой неудобно, буду двумя колотить. Слушайте, получаются супер блинчики. Вот такие вот ажурные попросили меня сделать, поэтому делаю ажурные блинчики. Кстати, насчет блинчиков ажурных, вот такая вот бутылка с вот такой вот пипочкой очень удобно, хорошо подходит для блинчиков. Вот и Ваня мне тут что-то пишет. Все, покушали мы вкусные блинчики, хорошо у нас получилось. Ой, ой, на улице так хорошо. Я вот все хочу, чтобы ночью дождик пошел, знаете, чтобы немножко охладить землю, потому что безумно жарко. Ох. Гера, Гера, ты спишь? Герчик, мальчик, спокойной ночи, собачка. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии, люблю вас очень-очень.